Приветствую, дорогие друзья! Сегодня я на выставке Comtrans 2021 и увидел довольно интересную технику, которая наверняка вам тоже понравится. Сам я о ней ничего вам рассказать не смогу, но я встретил человека, специалиста, который нам все-таки расскажет, что это перед нами за чудо такое. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Александр, инженер. Так, расскажите, где это делают? Как это называется? Ну, мы производим эту технику у себя в Липецкой области, город Усмань. Ну, мы же являемся заводом-изготовителем компании Avion. Как эта модель называется? Это модель Avion 4401 нашего выпуска. Так. С 2016 года производим их. Что здесь за рама стоит? Здесь стоит рама от УАЗа Профи, но она усилена вторым слоем. То есть здесь, ну, фактически две рамы получается. Двойная рама. Да, двойная рама, чтобы она выдерживала нагрузки, потому что одинарная, ну, не выдерживает. Трансмиссия здесь какая? Мосты очень похожи на ГАЗ-66. Ну что это за мосты? Это мосты от Садко. Это, ну, то же самое, что мосты от ГАЗ-66, только там другая главная пара. А так, да, все верно. А трансмиссия? Раздаточку. Здесь использована трансмиссия от УАЗа и, опять же, от ГАЗа Садко. То есть комбинировано. Две раздатки стоит, чтобы можно было провернуть такие большие колеса. А то есть двойная раздатка здесь чисто? Да, здесь родная раздатка и газоновская раздатка, которая работает на понижение, ну, чтобы можно было прокрутить такие колеса. Я там внизу еще видел дополнительный вал какой-то с шкивом. Это что, дополнительный, ну, от раздатки? Это коробка отбора мощности. А к ней мы, ну, собственно, на нее мы навешиваем то дополнительное оборудование, которое у нас установлено в сельхозварианте. Ну, разбрасыватель удобрения и опрыскиватель. То есть у них привод вот как раз-таки с этого вала и снимается. Так, двигатель здесь... ЗМЗ 409 Pro, 150 сил, бензинка. То есть штатный двигатель? Да. То есть изначально вся наша задумка в машине была такая, чтобы сделать машину, которая нас устраивала, и в ней не было бы никаких уникальных запчастей, которые мы можем, ну, заказать только вот в одном месте. То есть все должно быть в продаже, в магазине, в ближайшем. Перед нами версия... Да, перед нами версия с кузовочком. Я вот смотрел, еще у вас есть кемпинги. Какие вообще варианты могут быть? Да, но помимо сельскохозяйственных вариантов, то есть на платформу можно установить бочку, можно установить кузов тентованный или изотермический. И у нас, да, был один заказ, ну, под заказ, сделали кемпер, ну, с жилым модулем. То есть все можно установить, сертификат позволяет. То есть все документы, ПТС, все для ГАИ у вас как бы есть, да? Ну да, ПСМ, то есть она идет у нас как трактор. Она в габаритах, на ней можно ездить даже по автострадам. Ну, собственно, да, мы выдаем все документы, ставите ее, регистрируете в Ростехнадзоре, получаете номер. Категория А2 тракториста. Угу. Понятно. Так. А салон здесь тоже штатный от Профи, да? Да, в салоне там все штатное. Ну, единственное, добавлены рычаги управления, вот, собственно, дополнительным оборудованием. Трансмиссия. Ну, и трансмиссия, и раздаткой, да, и разбрасывателем, опрыскивателем, вот всем вот. То есть, если здесь дополнительно будет стоять как сельхозоборудование? Да, машина подготовлена для установки различного оборудования. То есть одно можно снять, там, разбрасыватель сняли, поставили кузов, кузов сняли, поставили бочку. То есть... как это, модульная конструкция, позволяющая там в течение часа-полутора поменять, ну, собственно, навесное на машине. А вот колеса здоровые, они передние и задние одинаковые или все-таки разные? Нет, они разные. Здесь это просто как демо, ну, для демонстрации у кого выставлено. Так мы используем какие-то одни колеса. Просто для сельхоз-варианта мы используем те колеса, которые спереди. Для вездеходных вариантов, ну, таких более гражданских, мы вот, собственно, те, которые сзади. То есть можно заказать либо те, да? Да, либо те, либо те.